Царю небесный, утешитель души истины, и жизнь сы, и вся исполняй, сокровище владык, и жизни подателю, приди исцелися в ны, и очисти мы от всякие сверны, и спаси блаже души наша. Господи Иисусе, в честь Сыне Божьем, благослови нас, грешных, и не отвергни нас от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго нет и не от нас. Аминь. 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 Так, кто сможет сделать, сестры? Вот здесь вот на ризах такие цветочки. Вот надо ленточки взял, сделать крестик. Эти убрать потихоньку, аккуратно. Чтобы и сделать просто крестик. Четырехконечник. Татьяна Александровна-то нету? Она... Ну, я. А покажите ленточку. Просто вот так ленточку. Вот так. Или, может быть, две? Я думаю, что... Да нет, две очень широкая будет, она нехорошо будет. Ладно, ну, давайте вот. Ее сделаем. Ну, это здесь делать, не думаю, надо. Машинку. Зачем машинку? Здесь машинку не надо. А как ты на машинке? Здесь аккуратно. Не прошьешь. Здесь она это, вон какая-то, это не прошьешь. Здесь вот просто это на ручках. Бриточка от порочки. Да, потихонечку, аккуратно, чтобы не попортить это. Ножничками даже. Снять там как это. Ну здесь, если можно и домой, но надо только аккуратно их как-то завернуть. Я тогда, у меня есть чехол, и возьму, а можешь тогда это взять. Да я давайте приеду на неделю, батюшка. Оставьте здесь, скажите, я ну, приеду. Ну, я положу здесь, это такое, там положу. Хорошо, скажите, вот так вот. Ну, в храме там, в этом. Где его храме? Ну, все. А дайте мне ленточку, я нитки в том-то беру. Вот такие вот. Так, ко мне какие вопросы? Машка, холодно, наверное, да? Будет сейчас у вас там. Потеряйтесь. У нас там? Да. О, сегодня холоднее, чем вчера было. Однозначно. Ну, в общем-то, нормально. Как? Зима, на есть зима. Таких холодов, как было в детстве, я помню, сейчас нет. Нет.
Я помню, мне когда исполнилось, я закончил 7 классов. А отец у нас хотел, чтобы мы были ученые, кто-то были там инженеры, там или вот министры какие. Понятно. Ну да. Но я не захотел, говорю, я не хочу учиться. А отец у нас про не хочешь учиться, иди, говорит, мантуль в колхоз. Слово переведи на какой на английский язык, что мантулить, что это такое? Ну пошел я мантулить, я был-то там, ну, как ростом, то есть Ерема, может, по плечу был, я небольшой был ростом там вообще. Ну, дали мне возить воду на телятник с пруда, на санях деревянная бочка, такая она лежит мне здесь, прорезана квадратная дырка, и вот из проруби нужно начерпать эту, там ведер, я не знаю сколько, ну, не меньше, чем там 50 больше, там бочка большая во все сани. И вот надо начерпать, причем привезти на телятник, там опять в бочку там вылить эту, они это потом подогревают и маленьких телят поют там. И вот. Ну а я там что, пока я налью, весь вот обольюся, у меня это все замерзнет, вот это. И я иду как рыцарь средневековый. А утром приду запрягать же надо лошадь, а темно еще. А мороз такой стоит. А если кто запрягал, знает, что зимой, когда дуга смерзнется, а я супоню стягивает, а я не могу стянуть-то, силы-то нет. Я стою, это, руки уже замерзли, я реву, подойдет ко мне, Коля Серебренников был такой парень. Он без рукавиц был, зимой, у него пальцы все потресканы, и он без рукавиц. Он подойдет ко мне и, ну, что сопли распустил там это на меня. Да, раз мне, значит, затянет супонь, все это запрягет, ну, пошел, ну вот я пойду возить. Вот так вот было. Мороз такой, страшный мороз был. Вот идешь, дорога-то укатана, там на лошадях ездили, лежит там конская глыска. И вдруг как подпрыгнет вот так вот она от мороза. Взрывается внутри. Ну, на печи сидим, мы там вечером там с матерью где-то, и вдруг как разорвется, как граната где. Углы у дома трескались. Дом-то у нас был эти деревянные, так вот это. Выходили, и углы трескались, углы, как бабахнет такое. То есть морозы были гораздо, ну, сильнее были морозы. Таких сейчас и нет морозов. 53 градуса, 55. Какой? У нас все, вся зима-то прошла, морозов-то было, ну, до 30 градусов было как-то несколько дней, дня 2-3 там, и все. А тогда как было, воробей, едет воробей, говорит, упал и готов, и нет. Замерз, на лету воробей мерз. Да, в теплую зиму уже привыкли, так что... Так что это морозы, это ничего не страшно. Тем более у нас морозы переносятся легко, климат сухой. А вот где-то в Прибалтике, я был еще до армии, юношей там, у меня брат там работал на море, на корабле, и я поехал к нему в гости. А там мороз градусов 8 или 10, так вот, мне сейчас как запомнил, кажется, промерзает даже до внутренности, аж кишки, думаешь, смерзают. Он сырой такой, вот он когда тянет, аж... Все, как-то не то, что как у нас там не прихватывает, а вот тебя сковывает всего просто такого. А у нас идет, ну мороз что там, прихватил, ухо потер там, и шапку опустил, опять идешь, он только снежок поскрипывает и все. В детстве было, поднимется мороз там на 40 градусов, в школе занятия отменяются. Да. И все ребятишки на коньках, на пруду, на горке, все коньки были у нас такие, там, снегурочки назывались, коньки там на этих веревочках, на валенке, их там накрутишь палочкой, там, прикрутишь крепко, и на этих коньках, да браты сами делали, там деревянно сделали, что-то снизу какую-то там жестянку, это, сами делали коньки, брат старший был выдумщик такой, он лыжи делал, там из осины лыжи делали. В бане как-то распаривал он это, эти дерево там срубит, распарит, загнет, и лыжи сами делали. Все, пришел. Вот так. Так что мороз сейчас, Игорь, он, не страшно. Ну я к тому, что вам сейчас там ехать туда-сюда, доедете, да? Да ничего, все страшно. Нет. Что там ехать? Едем на вздыходе там 7-8 минут. Ну, поэтому в поезде тепло. Так, еще какие вопросы? Батюшка, вот еще, как вы относитесь, вот в календарях пишут на какой-то день, допустим, там, Матвей, там, Суховей, там, и так далее, вот будет, если такая-то погода в этот день, то значит урожая не будет, или там наполовину, или там, ну вот такие, как вы к этому относитесь? Я отношусь к этому так, ну, есть, была такая, как пословица говорили, был бы, говорит,
гром и дождь, и не нужен нам агроном. Нам агроном. Тогда. Господь, если не даст дождя, то ни Суховей, ни Матвей там этого ничего не повлияет. Понимаете? У меня в прошлом году было снегу много было. Снег идет и идет. Я утром встал, уже час, второй час бросаю, не могу к баранам зайти, там замело прямо под эту самую. И вдруг мне звонок. Говорит, открывай, не занесенный, но это кто? Номер как-то. То, слышу, батюшка, помолитесь обо мне. Что случилось? Узнал я по голосу, что. Да снег прям завалил меня. Я не могу. Что такое? Валя Барышникова. Валя Барышникова. Да я не могу до туалета дойти, тропинку всю занесло. Помолись, чтобы снег перестал идти. Я говорю, Валя, миленькая, тебе до туалета, я не могу до баранов добраться. Уже два часа, уже у меня не только рубаха, а фуфайка уже промокла от пота. Я не могу, говорю. А барабаш приходит, батюшка, помолитесь, чтобы снег еще пошел по городу. Вот-вот, об этом и речь. То есть ему снегу, чтобы влаги больше было. Хорошо, я, ну и как будем делить? Так, чтобы снег до туалета пройти. Я вообще и советую. Валя, ну возьми ведро, да ведро пока... Ведро хочу. Вот так вот. Как? Поэтому это все... Знаешь, раньше было как-то... Ну, замечали люди, что если вот до такого, то там погода. А сейчас это нет ничего, потому что все нарушено и экологией, и прочее. Там какие-то, говорят, черные дыры наделали. Вот. Озоновые. Озоновые, да, дыры там проделали. Вот. Ну, какое, ну, мы, вот я помню, что погода совершенно другая, чем мы было в детстве, и как вот сейчас. Совсем разная погода. Вот. Поэтому ничего этого не сходит. Те приметы, народные приметы, это не календарь, это какой? Это не церковный, это народные приметы были, люди замечали, ага, такого-то времени там, то-то должно быть, там, теплая погода или это. А сейчас не сходится, это ничего, нельзя на это смотреть. Поэтому всегда будьте готовы. Бдительны. Бдительны. Это понятно. Да. Спасибо, Господи. Вот так. Еще какие вопросы? Еще одна примета, слышал, женщина разговаривает, что если в год собаки будешь кормить бездомных собак, будешь тебе счастье. А как это? А почему год собаки? Какие-то, я такого не знаю, как это год собаки. Год собаки. По-китайскому. Ну какой это календарь, как китайский. Каждый год у нас крестовый. То что будет? Счастье. Счастье будет. Счастье будет тогда, если ты признал Христа своим спасителем, уверовал в него и живешь по его заповедям, вот это будет счастье. Ты тогда, как слышали сейчас говорит, тогда достигнешь Царства Небесного, вот будет счастье. А так это ты с собакой, петуха там или козы там, вот это, значит, это бредни, это просто, языческие бредни. Вот и все. По радио, я в России включаю радио, каждый день там говорит гороскоп, что сегодня звезды говорят. Вот такой-то человек, и всегда говорит, будьте осторожны на дороге, берегите свой кошелек, там разным это. Так я и без звезд знаю, что если мне это, я кошелек подальше спрячу. И на дороге, чем переходить, сегодня, говорит, пишет, уступает машину, но я никогда, я подойду и смотрю. Если машины уже остановились, я тогда иду. Или подожду, когда нет никого. А так это смотри, там затормозят, не затормозят они. Как-то я пошел на новом рынке и в ленту. И оттуда переходить, как сюда, от ленты-то. Показано, загорелся зеленый пешеход. Пешеходы все такой, пошел, он на джипе прет. И вот он затормозил от людей буквально на полметра как-то. Вот так, уже пролетел он это и вот-вот. Если бы еще, снес бы всех там. А я немножко сзади, когда задержался, ужас, ничего себе. А он на джипе, такой джип здоровый. Он бы всех там снес бы, только каша получила. Поэтому не надо всегда потихоньку торопиться. Вот и все. А то звезды скажут, звезды говорят. Это все языческие бредни. Бачка, еще можно вопрос? Давай. А вот что нам судьба, говорится, назначила? Вот вы с митрополитом уже встретились. Расскажите. Судьба нам назначила всем. Будем верны, достигнем Царства Небесного. А не будем верны, отойдите от меня. Вот и все. Вся наша судьба в этом.
А вот этот настоятель, вы говорите, в храме, где вы вчера были-то? Да. Он приезжал туда? Как? Нет, куда приезжал? Нет, не было. Я его не знаю. Я не знаю его совсем. Я думал, вы в гости как бы пошли туда. Что я? Ну да, в храм. Нет, я просто пошел сам помолиться. Я узнал, что там митрополит, пошел сам. Нет, никаких не. Никто не приглашал меня, ничего. Я позвонил отцу Сергию Беляеву, говорю, владыка где-нибудь служит сегодня, говорю, помолиться хотел пойти там, говорю, благословение его получить. Он говорит, сегодня будет в Ивано-Предтеческом храме на горе. Ну и все, я утром оделся и пошел пешком. За полчаса я дошел ровно, полчаса шел. 224 ступеньки подняться вверх. Да. Интересно. 224 ступеньки. Вот так. Поэтому нет. А митрополит у нас, он всем передает вам свое благословение, спросил, как у вас там, что. Я говорю, все благополучно. Как здоровье Игнатия Тихоновича, все заботится. Я говорю, да слава Богу, трудится. Ну, все, поклон, все улыбают. Лучший такой, все, благословил. Меня на трапезу пригласил. Я не служил, а просто молился в храме стоял, потому что я не готовый был, не готовился. Ну, вот так вот и все. Вот такие у нас отношения. Я пригласил его на День деревни. Будет у нас в мае месяце День деревни. Но мы еще точно число обсудим у нас на собрании, как нам более, ну, сказать, лучше это сделать. Так у нас по, как принято, второе воскресенье, первое воскресенье после 14 мая. Ну, может быть, посмотрим, может быть, чуть подальше, если, потому что дорога, всегда в это время нет дороги. И люди, многие хотели бы, чтобы не могут проехать. Может быть, чуть подальше, там недельки на две отнесем, может быть, поговорим так, чтобы могли были приехать после. Но там вещи с праздниками, где там Троица попадает, надо, чтобы он не поедет же на Троицу, не поедет. Ну, понятно, это службу есть. Надо так, чтобы... Может быть, даже подумаем, может быть, даже в будний день сделать. Почему? Потому что в воскресные дни, только у батюшек пригласить, они не могут оставить свои приходы. Видишь, что? Вот. Тем более в городе у нас некого заменить. Да и у них, видишь, как. У нас уже как-то так уже устроилось, что ага, меня нет, допустим, в Потеряевке. Они и вечером собирают, и утром на богослужение, то есть молитва есть в храме. А где в городе нет, батюшки нет, и люди не знают, что делать, придут, а что делать? А? Поэтому по-другой, совсем другой у них устав-то в церкви, то, другое положение. Интересно. Ну вот так. Так, еще что? Батюшка, а что препятствует владыку к нам сюда пригласить? Сюда? Ну, да, Барнаулскую, в общем. Барнаулскую. Ну, вот, во-первых, место. Вот. Их нет. Нигде это. И как должно, ну, я не могу просто это сделать, принять. Его в алтаре, он не один приедет, а приедет дьяком, и это и за просто места, да? За места просто нету. Поэтому я приглашаю всегда, у нас там просторнее, и принять как-то, и пригласил его там, походили там, мы пойдем там по этим, все там, Игнатий Тихонович там голубятню показывает ему там, эти храм, где крестим, там это все. Я здесь, ну пришли, посидели. Ну да. Да. Да мы даже и чай-то то как следует не сможем приготовить. Ну, поэтому и в службе это мало места. Просто поэтому я по месту. Батюшка, когда приедет? Через воскресенье. Через воскресенье. Так дальше будет через воскресенье. И получается так, что через воскресенье, прощенное воскресенье попадает здесь будет. Вот на прощенное воскресенье все, давайте мы утром проведем у нас чин прощения. А на вечерне я узнаю, где будет владыка. Покровский. Все туда. Всегда. Ну, может он извинить, может скажет Дмитрия Ростовского там, они назначают, где будет. Никогда. Всегда. Ну, всегда мы не можем утверждать, всегда. Может перенести куда-то. Поэтому я узнаю заранее, где он будет, секретаря. А тогда сообщим, и мы туда все пойдем уже. Я пойду туда, и вы, кто может, обязательно пойти туда. Игнатьевич, вопрос. У нас сегодня отмечается день общины. Просьба первая. Никому не убегать, пока не выступят все. И батюшка пусть скажет по этому дню. Что значит община и
не будь община, просто так приход, приходили, уходили. Какая разница? Каково его мнение? Вот экспромтом. А то уйдешь и не твое главное. Батюшка что готовится? Он готов всегда. Я? Так я не готовил выступление. Да ладно. Вы скажу, по статье, как с овечками беседуете. Минуту. Дело в том, что готовились. Вы помните, отец Геннадий Фас был. Мы приходили в Покровский собор, стояли у дверей и говорили, как этот шалман убрать? Торговля идет, люди приходят, уходят. Вот так вот идет, как бровное движение. И мы думали, что сделать? Уходили в лес здесь, когда гуляли каждое воскресенье. И там рассуждали. Выхода нет. Единственный выход – повесить там барный замок, закрыть и начинать учить людей во дворе. И месяца через три открывать и через цепочку по одному. И тогда церковь будет. Вот как же ты не знаешь? Ты знаешь, мы страдали от этого. Но это, скажу так, что это невозможно сделать. Почему? Потому что сегодня во всех храмах, скажем, общинной такой жизни нету. Есть приходская жизнь, а общинной жизни нету. Община – это, скажем так, как семья. Знает друг друга, все хождения. Вот. А там же, ну нет, люди пришли, зашли, посмотрели, вышли. Вот, допустим, Дмитрий Ростовского, рядом базар. Люди с базара приходят, походили, что там делается – или херувимский, или евхаристический канон. Никто, люди заходят туда-сюда, в алтаре там служба своя идет, а в храме там своя служба идет. Я когда приду молиться, то я нет-нет, до кого-то за руку там это остановлю, там ребятишки бегают, вот как вот по игровой площадке, по храму. Туда-сюда, в догоняшки за собой там это бегает, а знаешь, Бог остановил там это. Наконец же потихоньку увидит, что я где-то мимо меня крадутся так. Косятся уже. Ага, косятся уже. Поэтому как? Вот. У нас-то по-другому, общинная как? Не было, что по одному человеку присоединялись-то, подходили по одному человеку. Все принимали крещение, кто? Видишь, что? Закрытая дверь. А ты открой дверь сейчас, скажи, чтобы все, кто хотел, чтобы заходили, что будет? Это будет еще не то, что в Покровском соборе, намного хуже будет. Потому что у нас мы привыкли, у нас, как бы сказать так, все открыто. Все у нас. Поэтому, если будет так, то придется закрываться так же. Все уже, этого не будет. И сделать это просто невозможно. Кто-то бы и есть, я знаю, есть батюшки, которые об этом скорбят, там, что вот как бы сделать так. Но они не могут этого сделать. Почему? Потому что надо будет, как ты говоришь, действительно закрыть, и только по одному, чтобы никто посторонний не заходил. Вот. А система-то такая, вот первое, что требуется от общины, там епископ, где первое, что давал, чтобы отчет вовремя и определенную, значит, сумму приносил, как взносы, епархиальные взносы. Обязаны там сколько-то полагается на приход, допустим. А есть такие приходы, что он даже не то, что там себе зарплату, он на взносы не может набрать даже. Ну, где-то в деревне, там у него прихожан всего там 10-15 человек. Что там принеси? Каждый же по 100 рублей не приносит там. Ну, кто-то свечку взял там, заказал, говорит, там на обедне еще там пятерку положил. Вот. Поэтому, если он закроет так, то он вообще тогда... Ничего не будет. Поэтому это невозможно сделать. А то, что у нас есть, это только бы не будет нас, храните это, кто будет. Вот. Забота не... У меня больше забота о том уже. Я думаю, сколько раз пытался, чтобы кого-то сделать, помощника, скажем, себе уже замену. Никак не получается. Сколько было у нас? Два диакона было, не получилось. Трое семинаристов устраивались, ни один, ни одного нету. Виктор ушел, Костя сразу не стал, а Игорь тоже что-то так, это я говорю, кончай скорее как-то. Нет, а вот что-то тянет, никак. Учится, мучается, не учится. Такой. Человек с высшим образованием, да это там семинар, это за два года я уже бы и все закончил, а то хвостов еще с хвостами ходят, ну это куда годится такое. Ну, думали там Виктор, значит, тоже... Академ он взял. Сбегает, да, академ, все это уже академ. Даже батюшка у нас, готовый батюшка, приехал. Нормально, думал, все, будет. Начали, помню, не получилось. Приехал, даже не приехал. Поэтому
Видишь, мне уже говорят, ну, взяли бы здесь с митрополитом договорились, митрополит кого-нибудь бы вам бы это благословил бы. Я говорю, я думал об этом, чтобы подобрать кого-то. Но будет трудно, это трудно батюшке в это войти. Потому что, видишь, у вас очень высокие требования. Вы уже ко мне как-то присмотрелись, притерлись так. Поэтому то, что вы, может, что-то не замечаете, где-то прощаете мне, что-то уже так вот. А новый батюшка это все будет заметить. Поэтому он просто не вынесет этого. Вот. Трудно ему будет. Поэтому надо кто-то из своих, чтобы был. Да навряд ли такой найдется, ты видишь. Поэтому вот в чем больше-то забота об этом. Чтобы как? А что? Мне уже здоровье-то все равно уже не так. Вот начинаю читать, и вдруг как-то как какой-то как туман. Я читаю и теряю текст, даже не могу. Что-то уже зрение началось. Хуже стало, замечаю, особенно этот год. После операции, когда была, то сразу зрение стало хуже падать. Но у меня есть в детстве это зрение. Меня он, брат, он все отзывал, там, слепошарый, да, что. Да. Добрый брат. Плохое было зрение, глаза болели. Да, я одно время, я слеп совсем, 2 месяца я вообще не видел ничего. Слепой был, абсолютно слепой. Да. Ну, а потом как-то подлечили немножко, там, нашли врача. Там тетка двоюродная была, и подлечили, и вот по сей день. Очки не носил, и по сей день я читаю. Да, удивляюсь, ты без очков читай, но я читаю без очков. Хорошо было так. Я далеко не вижу. Допустим, на вокзале расписание я не вижу, высоко висит, я не могу. Я уж кого-то попрошу, посмотрите, там поезд по каким дням ходит, там четный, нечетный, не могу разобрать. И цены в магазинах. И цены в магазинах, да. И бы не видеть. Зашел в один магазин, цены. Там, смотрю, там сыр стоит там 49 рублей. Интересно, 49 рублей. Что-то я думаю, это, наверное, для этого социальный какой-то или что-то. Дальше прохожу. Опять потом дошел. Значит, и плавают живые осетры. Я смотрю, 199 рублей. Я говорю, как же так, 190, когда мой вот это 200 рублей стоит. А осечок 190. А потом поближе, когда, знаешь, 100 грамм. Это цены, это все 100 грамм. А я 100 грамм-то не вижу, они мелко написаны. Они, да, да. Это цены, это все. Они любят это. Я думаю, сейчас посмотрю, я вначале думаю, посмотрю, я тогда наберу что-нибудь все-таки дешево. Да. Это магазин на Красноярском, по хитле. Да, да, да. Там они любят это. Все на 100 грамм. Поэтому зрение оно... Вот так вот. Так. Ну все, все? Нет больше вопросов? Да еще есть, ну ладно уж. Ну а что? Ну вот и о общине, что у нас община? Вы знаете, община у нас как создавалась-то еще? Так вот, первое, где мы начинали молиться в городе, это было на Никитина. Вот. Вначале хорошо было, когда было 15 человек, там 20 помещались. Вот алтарик, мы там в дальней комнатке у меня было, как алтарик устроили. Вот. Но потом, когда стало больше, просто уже помещаться не могли. Поэтому у нас было так, что если я когда приезжал, то делили общину как бы пополам. Кто здесь, а половина, чтобы в Покровском соборе молились шли. В Покровском соборе были. Вот. А на другой раз эти приходили, те туда. Вот. На меня в это время многие, которые были тогда же за рубежом, там так нападали, вплоть до того, что там... Перейтись, что я в Покровске там собор разрешаю своим ходить, в Московскую патриархию, там, наседали там, будь здоров. Ладно, что владыка Евтихий, как-то так он всегда это, усмирял их, чтобы не нападали. Потом нам, что там, рядом же кирпичный дом, он сейчас стоит еще. Да. Там эти какие-то были бизнесмены, вот там Игнат Тихонович с ним познакомился, они там делали какие-то эти сетки, там у них был цех, там вели эту рабицу. И другие там они занимались. И они дали нам там помещение. Какое-то время мы там молились. Они в подвале там было. Ну, хорошо было там. Устроили все. Полуподвал. Вот. Полуподвал как там. Потом перешли мы. Татьяна Бруяка была. Это возле Первомайского. Там это дом высокий. Там какое-то время мы там
молились тоже. В ней там была, по-моему, трехкомнатная квартира, что-то большая квартира. Вот. Ну а потом, когда уже здесь Игнатий Ихнович выхлопотал, вот, ему, значит, это дали, тогда перешли мы сюда. Вот исполнилось 20 лет, как мы здесь. 20 лет. Да. Вот 20 лет, это в декабре месяце было 20 лет, как уже молимся здесь, в этом доме. Ну вот, но постепенно стало, жизнь идет, кто-то приходил в общину, кто-то уходил, уходил там, в Московскую патриархию, там уходили, там в другие храмы уходили, кто уходил из этой вечной жизни, уже ушли немалые, да, немало, да. В вечную жизнь ушли. Многие вот так вот, но помаленьку так вот, как-то эти годы нет такого прибавления-то. Было у нас первые года, мы крестили три священника, ездят фотографии, мы трое в воде стоим. Отец Наум, отец Михаил и я, трое там. Ну, по 40 человек, по 50 было. Ездят там еще фильм, как с поезда сошли, там идет целая толпа людей, все босиком по пыли там идут, это с разъезда. Пешком встретили летом на крещение. Много было первое. Да и еще когда в Потеряевке, только еще первый год, значит, на Рождество 92-го года, но было там немного, человек 10 приехал. А уже на 93-й год приехал, там человек 40 на Рождество, на Пасху. Один дом был. Да, один дом был. Спали где-то мы... Девчата где-то на палатах, там на печке, там где кто там на кровати, под кроватью, там где все. Приезжало по многу было, приезжали на праздники тогда. Ну а потом стали что, кто постарели, уже не могут приехать, кто поженились, замуж повыходили. Да, с детьми, одетелись, значит. Одетелись. Ну вот так вот. Так, конечно, печально, кто ушли, люди ушли. Вот, некоторые хотя бы, ладно, ушли, так они от, не ушли от церкви. Ладно, там ходят какие-то храмы, а есть такие, ушли в никуда. Хотя вначале, казалось, были ревностные. Такие, как вот Игорь Муравлев, помню, был у нас. Саша, это чтец, который... Саша Фурцев, он же его чтецом по себе тоже. Тоже нигде это нет. Ну и другие там многие тоже так вот ушли. Ну такой вот, такая история нашей церкви, да. Благо то, что когда после собора произошло, когда в каноническом общении зарубежной церкви и Московской патриархии, то как-то так у нас сложилось здесь уже, что мы вот напрямую как бы и не вошли, в то же время мы имеем каноническое общение Московской патриархии. Архиерей митрополит к нам расположены. Может, а тот был и тихий. Так, прошли мы благодарны, с благодарностью ему, что сохранить. Потому что было большое нападение, когда мы ходатайствовали о том, чтобы нам употреблять на богослужение чтение библейское на русском языке. Из евангельского библейское чтение на русском языке. Вот. Было это трудно. 3 года нам был запрет, чтобы мы не читали, не, на это не употребляли. Мы выдержали это, но впоследствии это прошло. Больше всех нас это и в тихий ходил. А теперь сам читает все на русском языке. Как-то я был на богослужении. Он даже сам перевел панихиду и отпевание. Но все стихиры там это сам перевел на русский язык и отпевает на русском языке. То есть там понятно, стихиры такие, они назидательные вообще, но на славянском не так понятно, конечно. На русском-то больше понятно. Поэтому так вот у нас как-то, по милости Божьей, что Господь так нас вот и сохранил и мне дал, как говорится, здравие. До этого. Думаю, я все надеюсь, что может быть Господь все-таки пошлет кого-то как-то, чтобы не остались-то совсем без никого. Оно и можно прожить и так. Где-то в храме, но лучше, когда вот так вот. Все-таки лучше так. Когда собрались в воскресенье, все вы друг друга знают. А так все равно рассеетесь, кто где, и не будет.
ничего трудно будет. Игорь Третьяков, ну ты давай, заканчивай. Семинарию, так, ну что, какие у вас еще вопросы? Решайте. Пожелание. Пришло известие, сегодня мне сказали, что наш этот Роман Малыш, ну совсем, показал по интернету, что сжег паспорт, у него заграничный паспорт, видать, был уже биометрический, как там дается, что его сжег, и вот этот паспорт сжег уже, и все полностью. Он мне заявил 2 недели назад, что в храм я больше ходить не буду, потому что у меня есть карточка СНИЛС и медицинский полис. Я говорю, а что такое СНИЛС? Я не знал, что это страховая карточка, так называется. СНИЛС. Ну да. Я говорю, да, есть все. У кого есть эта карточка и медицинский полис, те даже люди даже до мытарства не дойдут. Их даже на мытарство не пустят. Сразу туда пойдут. Вот так. Так а у него какое гражданство? Украинское? Да, украинское, конечно, украинское. Как нелегал, вообще его он не зарегистрировался. Я говорю, ты почему? Ехай зарегистрируйся. Ну, я вот сейчас осенью поеду там домой съездить, заехать. Он уже 5 лет живет в России и не регистрировался. И, ну ладно, думаю, доживем до осени, поедет. А он, еще осень прошла, а он начал. А перед осенью уже буквально перед снегом он продал машину-то, продал большую. И накупил материалы, там привез целую длинную машину материала, там и двери, и пенопласт, там и линолеум, там это, ДВП, там всего, мы там выгружали там несколько часов эту машину. Ну, вот это все, а теперь все. Я ему говорю, Роман, ты это, нет, так нельзя, землю-то все равно ты не имеешь права строить сейчас, без этого нельзя. Потому что мы когда строились, нам еще, так смотрели, нас сейчас дома узаканивают, так как были раньше построены, вот. А сейчас приняли закон, что нельзя. Без этого. Пока не оформлена земля, то есть строиться нельзя на этом. Ты должен получить разрешение на строительство. Приехал к нам Алеша Устинов. Он сразу поехал там, значит, землю. Он еще как оформил, как у него фермерское хозяйство. Вот он как фермер. Значит, ну, делает он там что-то, продает, какой отчеты делает. Даже бухгалтер у него есть. Значит, он там бухгалтера. Нанял, значит, помогает ему отчеты делать бухгалтер. Потом это надо делать отчеты, значит, в этом. Вот. И он дом строить, он получил, ему выдали весь материнский капитал, он получил. Раз получил землю на строительство и дали ему материнский капитал, там теща ему помогала. Он дом такой деревянный построил из бревен. Нет еще. Отопление подключили, сейчас ему там полы настилать надо. В общем, внутренняя работа. Да. Вот так. И я Роману говорю, ты землю, а там же номер присвоят. Ну, конечно, номер присвоят. А как без номера? Везде под номерами. Я говорю, когда Христос принесла, Христа на перепись принесли, что, там все равно номера присвоят? Там кто? Первый пришел, второй, третий. Посчитали. Да. Конечно, не считали. Перепись, для чего? Чтобы налоги собирать. Сколько налоги? А как ты? Это всегда так было, Роман. Это, откуда ты взял, что нельзя? Номер. Это лишает меня имени. Лишает. Да кто тебя имени лишает? Ну ты был, ты, Роман, там останешься, Роман. Под номером таким-то. Ну, даже когда были номера у зэков, я им объясняю, то все равно были на курточке, чтобы легче там увидеть охране. А все равно он дальше по документам, он проходит такой-то, допустим, номер у него такой-то, только и всего. А они, наверное, у вас есть? Я говорю, да, наверное, есть, я не знаю, я не просил его. Ну, наверное, есть, конечно. Ну, это все, значит, я, значит, недействительный там священник, что у меня это... Карточка есть, медицинский полис есть, и вот это. И что вы вообще живы? Да, все вот это. Ну вот там насмотрелись где-то в интернете, говорю. Там вот есть храмы, кто не принимает номера, храмы разрушает. Там вот снимок, как кран подходит, и храм разрушает. Там дети плачут, стоят, там матери, там женщины с детьми. Я говорю, Роман, да нет этого нигде. Не может быть, чтобы если кто-то не принял номер, и разрушали храм из этого. Нет. А потом я уже когда думал, так это вполне возможно. Почему? Потому что такие, как Роман, 2-3 собрались и построили. Участок взяли, построили, и все, теперь где вы оформляете? Мы не будем оформлять, как не будем оформлять? Даже оформлять они не спрашивают. Там земля может быть какая-то, что под что-то она уже. Бывает так, что рядом проходит там
лэп, или заповедная какая-то земля, там, или как там охранная зона какая-то бывает. Смотрит другой, показывает, такие коттеджи трехэтажные, и разваливают. Да. То есть незаконно построенные на этой земле. Даже некоторые показывают, там мебель не вынесли, мебель, там посуда, все, экскаваторы, все, разрушают. То есть дали им какое-то время, освободите там что-то, заберите. Вот. Не пошли, ну и все, тогда ОМОН присылает ОМОН, ОМОН людей там всех выискивает, освобождает, а коттеджи разрушают. Вот так вот могло такое быть, что показывает, это где вот так, они построили законно. А у нас в Москве, в центре Москвы стоит храм, отец Кирилл Цахаров служит. Они ИНН не приняли храм, как храм. Но храм у них законный, стоит на законной земле, никто его не разрушает. Да. Да, все есть, кадастр номер есть, храма, земли, там участка земли оформлена. Их никто не разрушает, никто не разрушит. А мы стали оформлять. Мы сколько, 25 лет у нас, где храм-то потеряевская школа, у нас не оформлена земля и дом этот нигде не оформлен. Ну и когда мы стали сейчас о том, чтобы сохранить-то школу, они стали, а где у вас документы надо? Нет у нас документов. А как, а куда мы, говорит, будем давать разрешение на школу, когда нет ничего? У вас где будут учиться? И вот. Стали мы оформлять, подали сейчас заявление, а сейчас тогда было бы проще бы сейчас. Но дотянули тоже, да вдруг на имущество будет налог, а теперь больше придется заплатить. Уже десятки тысяч за это заплатить, чтобы... И вон узнал, что оформлять. Да, так номер присвоят, конечно, присвоят номер. Все, ходить туда нельзя. Это кто ходит, это все погибшие люди будут, что если будут в этот храм ходить, если будет оформлено. Так мы охраняем, не храм оформляем-то только, а только землю. Чтобы... А потом уже будем дом это оформлять. Он как дом. Ой-ой-ой. Я думал, что это на кого-то оформить, а оказалось, что ни на кого нельзя, только на меня. А почему? Получилось так, когда мы стали это ремонтировать, и вот, я пошел в сельсовет, председатель сельсовета Василий Федорович Кулиба был. Я говорю, Василий Федорович, вы это, нам этот каркас отдать, да он заброшенным берите, говорит, он никому не нужен там. Я говорю, дайте какую-нибудь бумажку, там печать ему поставьте все-таки, я говорю, это, все было. Ладно, хорошо. Ну и вот, там через какое-то время он сам привозит мне эту бумагу, то есть депутаты сельского совета решили передать каркас бывшего колхозного клуба, значит, Лапкину и Акиму Тихоновичу. Мне. То есть это как моя собственность, оказывается. Я и не думал, она лежит, и лежит эта бумажка. А когда сейчас оформлять-то, они стали, значит, теперь оформляют на меня. Теперь оформят землю это на меня, теперь мне надо будет потом на кого-то. Да. Крупный землевладелец. У меня крупный землевладелец. У меня было 85 гектар, я барабашу отдал. Я был фермер, у меня 85 гектар было земли. Ну, это там будет, может быть, полгектара. Всего. Вот так вот. А поэтому, раз оформляем, то туда ходить нельзя. И он закрылся, я вот 2 недели, я его не видел. Я уже Виктору говорю, Виктор, позвони, живой или нет? А то может что-нибудь... Да он замерз, но не замерзнет. Утеплен, он не замерзнет. Он интернетом греется будет. Позвонил, живой, говорит, я говорю, ну слава богу, живой. А то так, что случится, мы не знаем, пока, говорится, запах не пойдет по деревне. Ну как с братом Василием тоже, неизвестно. Я съездил, узнал, как он там поживает. Ну так как-то его узнаете, что еще. Ты у него был? Да. Заболел, простыл он. Ну потом расскажешь. Так, ну а что, что еще об общинах? Так, Роману скажите, чтобы он каждый месяц, там кто Нина, деньги собирает за электричество, он не топит, он, ну кто-то собирает, сделает, чтобы каждый месяц оплачивал. Он если уедет, дом-то на мне, а он топится электричеством, это 1070 нагорит. Я уже знаю цену. Чтобы каждый месяц кому-то там, ну кто, Андрей или кто-то брали деньги, он дал расписку, что электричество там, счетчик стоит в этом доме-то. Откуда он кабель протянул к себе, от него берет. Пока не уезжал, тогда легче было, а уедет, а я опять, я где же возьму-то все? Ну это правильно. Имущество останется, там контейнера останутся. А он уже договорился, все мне остается. Ну вот, и все. Он приехал деньги занять, и я ему, да, он сильно нуждался. Он говорит, если я не смогу рассчитаться, и что-то случится, это все вам переходит. Ну, уже разговор-то решенный. А теперь кто будет приезжать, сразу предложил ему, вот теперь есть что.
Такого работника, как Роман, не было в Потеряевке. К этим тополям близко подойти нельзя было, роща настоящая в одном месте. Он все один смел. Тружений никаких не было у нас. Придумал по интернету, как по деревьям лазить, на высоту это смотреть боязно. И там по частям рубил и все убрал. Пилил. Ему просто цены нету, как он нынче помогал нам на машине. Увезите куда-то там, деревья, все он везде. Вся деревня так не помогла нынче, как он. Для меня это... Так, ладно, вы, кто будет, в домашней молитве как-то вспомните об этом, чтобы Господь вразумил его. Как-то это просто, уже я слышал так, думаю, может быть и правда так говорит, что американцы, говорят, на Украине, говорит, испытывают психотропное оружие. Как ты считаешь? Вот. Почему? Потому что, ну так, всю, говорит, нацию так свихнуть, вдруг жили-жили, и вдруг так свихнуть, что ничего, все, никого нету. Даже такое там говорят, что все люди-то на земле, это от украинцев произошли. Первые украинцы Бог сотворил. Потом уже остальные. Потом евреи только. Ну да, ну и смотришь, действительно показывает, что это там, если, ну что так. Вот он приехал, это ясно, что здесь ненормально, это что-то подействовало на него. Вот Никита, он раньше уехал, он его это оружие еще, наверное, не коснулось. У него был полный иммунитет. Ну ладно, давай. Все соскользнуло у него. Евангельское чтение, толкование. Так, Сережа, сегодня пока отставь это дело, иначе не успеть. Только по общине. Отложить, это никуда не денется. Каждому охота высказаться, сказать важный план на будущее сказать. Батюшка еще рассказывает. Больших, которые там дети, всех сюда призовите. Их это в первую очередь касается. А что, детей нету, что ли? Место, смотрите, смотрите. Опыты не поехали, у них минус 40 было, они в 5 утра встали собираться и не поехали, смс-ку прислали. Идти далеко до остановки, и автобусы могут не ходить. Про Василия расскажи. Брат. Брат, подержи этот. Подними сюда, сюда, принеска, где голову будешь скинуть. На ноги ставь. Я съездил на той неделе к брату Василию Черепанову, потому что его уже почти, считай, 3 недели не было. Вот, и беспокойство было. Брат, вот Сергей подошел, хотел даже на машине съездить. Как ты его нашел-то? А? Как ты его нашел-то? Ну, я же его адрес-то знал, я же ездил туда уже. А, ты был у него? Да, я ему даже дров еще привез, с Никитой, с братом были вдвоем. Заказывали и привезли снова. Он их посчитал гнилыми, а я приехал, он топится все-таки ими. Я приехал. Думал, ну что, думаю, может какой-нибудь холодненький уже там лежит, все-таки 3 недели, ни слуху, ни, тем более сотового у него телефона нету, не позвонишь, ничего. Нет, смотрю, кто-то там шевелится в домике, но я постучался, он вышел, весь такой сгорбленный, простыл, оказывается. Он ходил оттуда из своей деревни, из этой... Бермесело. Бермесело, да, эти 20 с чем-то километров, вот так вот зимой в этот мороз. Ну и, видимо, надышался грудью, и все, просквозил себе это. Плюс дома не топит, раз в неделю топит, что ли, он там всего. На градусник показывает, у него в углу там дырка внизу у дома, минус 12 градусов. То есть, и плюс еще, говорит, пью холодную воду с медом. То есть еще больше себя загубляет этим. Вот. Я приехал, начал с ним беседовать, как говорится, ну вообще старался более духовным, как говорится, его побудить. Он говорит, я охладел. Я обленился, вот такими словами он все время оговаривался. Я говорю, ты хоть затопи, а то ведь холодно. Я сам замерзать начал, сижу в одежде, уже мерзну. Он пошел. У него минусовая температура. Ну, конечно, да. Он пошел, затопил. Но это все настолько медленно, он все делает, конечно. Ну, затопил, слава богу. Я потом отогрелся через некоторое время. А при тебе затопил? Да, при мне он затопил. Да. Он не хотел топить, да. А у него не водяное отопление? Нет. Печка просто. Чтобы про вас так долго все рассказывать, быстрее. Ну и все, слава богу. Я ему что, потом привез продуктов, картошки, говорю, ты ее отваривай, над ней дыши, говорю, чтобы тебе прогреться-то изнутри. Что на неделю кто-нибудь попроведайте, там, кто есть? А он хотел приехать, между прочим. Я сказал, только на автобусе езжай, больше не ходи пешком, иначе, говорю, вообще помогу. Ну все, слава богу. Получается. Игнатьевич, говорите.
Ну, сегодня очень важный день такой для тех, кто оценил. А кому разницы нет, как пришел, ушел, ему это томительно даже быть здесь. Это очень печально. Если вы внимательно читаете Слово Божие, то слово «общее» встречается уже в раю. Слово-то «община» и «приход». Приход – это «пришел, ушел». Еще называется не «прихожане», а «прохожане». Сплошняком. Ну, к примеру сказать, я стою в Киевском соборе, Софийском, ну и гляжу, туда-сюда идут, и что так народ, остановка недалеко трамвайная. Я постоял около часа, 750 человек зашло, и столько же вышло. А богослужение как шло, так и идет. Я потом настоятель вышел, я говорю, а почему трамвайная остановка здесь? Он говорит, а где? Маленько подвернули, прям внутри храма бы остановка была, и как-то полегче было. Заплатили за этот поворот небольшой. Это ужас. А вы откройте Писание, посмотрите. Ну, Ветхозаветнее, понятно. Израиль там в кучку собрались, пошли. Кучкой своей победили семь народностей. Кучкой своей на весь мир дали три религии. Один-то ничего не сделает, и ни Моисей, никто. А были противники? Были. Пока Моисей на горе был, в это время тут агитация шла. Когда батюшки не было, у нас священник был Александр Желтухин. Меня здесь нет. Он по дворам начал прямо ходить, бегать со слезами. Откровение ему было. Главное, батюшки нет, меня нету. Чтобы алтарь вынести, это престол вынести, алтарь раскрыть. И он будет служить, и батюшка будет служить. Но только он будет служить по-другому, а ну, понятно, что есть это. А потом сразу брысь и уехал, и ни с кем не простился. Явно дело, что лицемерие одно. И когда он с Евтихием ехал, Евтихий говорит, я сказал, ты служить-то будешь, а вам, говорит, лицемеры нужны? Он ему отвечает, он говорит, лицемеры мне не нужны. Это такая жизнь, чем она закончится? Вы не забывайте, когда люди говорят, каяться стыдно, речь идет о блуде, больше ни о чем. Ни в одном грехе такого стыда нет, а на самом деле самый бессовестный грех. Зато, говорит, сатана все перевернул. Грех делать стыдно, а каяться не стыдно. Наоборот, каяться стыдно, а грех делать открыто. Я говорю общее. Деяния апостолов 5.13. Там немного сказано. О чудесах Божьих, об обращении говорит. Из посторонних никто не смел пристать к ним. Введите это. Ни одного храма сегодня, ни в России, а во всем мире вы не найдете. Может быть, мы только остались, как говорится, мамонтово отродье. Из посторонних. А значит, надо определить, а посторонние. Я говорю, оглашенные, зайдите, священники сидят, беседуем. А кто должен выйти? Я рассказал. Так я, говорю, должен выйти. Я говорю, выйди, сделай одолжение. Крестить не хотите. Ребенка держит, большая купель. Он держит его прямо над купелью, пяточками задевает воду и поливает. Венцы не надевают. Сейчас выставили в интернете. Он лет, наверное, 85, старичок с палочкой. И бабушка такая. Решили узаконить. Венцы стоят сзади, другие старушки делают. На голову нельзя надевать. Венчания-то никакого нет. Открытый, бессовестный обман идет. Патриарх не видит это разве? А почему? Да как бы не запачкали. Причащать из одной чаши нельзя, как бы не отравились, как бы не заразились. Церковь ничего этого не знала. Когда, говорит, продавали имение, не надо на этом настаивать. Имение – это не квартира. Имение у него там фазенда, там где-то у него имение покупали. И в имении у него там рабов сколько было. И это они продавали, и стоимость приносили к апостолам. Не квартиры продавали-то. Не надо пугаться этого. Но написано, что они молились. И явно было перед всеми. Это иной человек, совершенно другой. О чем Иосиф Флавий пишет, историк, не христианин. Плиний об этом пишет, Тацит пишет, говорит, нет историков, которые говорили бы о Христе, но были в первом веке, которые все это видели, описали. Нас обманывали все эти годы. Сегодня находят в катакомбах крестик и молятся перед ним. Это изобразили христиан, так смеялись над ними. Относятся к первой половине первого века. Ну, часть катакомб была открыта. Я просто говорю об общем. Общее, когда было, они держались друг за друга. Как только Ева отошла, проходной двор, подполз еще один ползучий гад. И этих гадов сегодня очень много. И они гадят и гадят. Ну, я историю рассказываю. А дальше все. Ну, у них ничего не было. Вся квартира, у него шкурку Бог дал ему какую там, убил животное. И у ней одну шкуру под себя, другую на себя. Все, на двоих. Что интересно, в Польше, когда разводятся, одно время вводили такой порядок. Так, думаешь расходиться? Твердо принял решение, напиши. Развод будет, но только через 2 недели. Так, приходите и арестовываем.
В одной камере будете. Одна ложка, одна чашка, одна подушка, одна постель, одна кровать, одна табуретка. И они через неделю стучат, не надо нам домой отпустить, у нас там 3 табуретки, все, больше мы не расходимся. Сейчас пишут в виде анекдота, пришли к батюшке, мы вот надумали развестись молодые, как, не вместе, общий не надо. Ну хорошо. Батюшка говорит, правда, у меня нет такого устава, чтобы разводиться, ну я уж по Евангелию буду. Так, он подходит, ты раб Божий, Алексей, думаешь разводиться? Да, твердое решение, твердое, да. Пусть Бог решит по-своему, а принес он, как у нас Библия, в 2 раза еще больше, он хлоп его по башке-то. Так, к ней подходит, а ты, Лена, я тоже, он ее. И так, решение не принято, поворачивается. Он раз по 5 огрел, а нет, батюшка, да доколе это будет? Он до самой смерти, как написано. Их еще надо научиться благословлять. Нас Бог многого научил. Мы мучились. Я небольшие коррективы внесу, что батюшка говорил, а то он... Уйдет опять. Он говорит, старший брат был, умел лыжи то делать. Старше нас еще был Самуил. Я ничего не умел делать. Но я его, как есть такое слово, обожать. Я его буквально обожал. Так он приехал на Карпов, а в Шаршин учился, там, кажется, не было еще 10 класса. Так он проехал на лыжине, и я след вырезал, у колодца положил, и всю зиму берег и смотрел след от лыжи моего брата. А весной сосед Яшка Саврой, ну, видел, подошел, да, она маленько смещена полоска. А что моя лыжина здесь? Я и посчитал-то не того, оказывается. Вот что значит любовь. Он все мог делать, все. В баню радио провел. В баню деревенскую, по темному или по черному как-то. Рушилку, как пшеницу там превращать, дробленку, тогда мы это все ели. Я не знаю, где бы он не оставил свой след. Я ничего никогда не умел делать. Никогда. Поэтому у меня ни мотоцикла, ни машины, ничего не было. Хотя было время, на машине вдвоем мы там ездили, что-то искали с кем-то. Я ночью водил машину. То есть знал, но боялся. Между делом. Дальше. Вот говорил батюшка здесь, каркас стены. Стены были, каркаса-то никакого не было. Стены полуразрушенные в храме, которые батюшка будет ремонтировать. Это все на нем. Никакого я участия не принимал. Я везде Игнатия Потеряевку восстанавливал. Батюшка, я приезжал. Да, люди знакомы как-то. То, что дал нам Бог этот тандем. Как смеются, говорит, Моисей с Аароном. Да и сестра начнется еще Мариам поносить. Так вот, Деяния 5.13. Мы читали об этом и думали, как же сделать, чтобы посторонних не было. Мы одно время думали ходатайствовать о Никольском соборе, с храме вот этом. Ужас. Ужас. Ну а что-то вы сделали бы? Я так все прикидываю, да, сделали бы. Сделали, ну, правило, раз мы им не подчиняемся, и каждый останавливался, говорили бы, можно сделать, но нужно хотя бы 3 человека было. Один ты ничего не сделаешь, 3 это уже общее. Ну, а потом мы за планетарии где бились, не знали, там был какой-то Чистовинка или что-то, оказалось, Крестовоздвиженская община. Вот. Ну, все это как-то вот напоминало о том, что мы где-то идем, засыпанные следы, но мы провалились в эти следы, это все уже было. И вот мы об этом думали. Главный приток-то, батюшка не сказал, это занятие. Но самую роковую ошибку сделал-то я и продолжаю ее делать. Неписанное правило, к себе никого не звать. Не было такой общины никогда, нигде. А как не звать, а где будет? Не знаю, мы людям должны показать лучше, и если он попросится, поэтому даже некоторых подбивали. Отказали, а другой подойдет и скажет, сильная охота. Ну попроситесь, вас проверят, дома сходят, вы ли тот, на занятия сходят, где вы учитесь в университете, где вы работаете. Вот как у нас было. Так было. И однако... Люди были, приходили. Мы ни разу не перешагнули через это ненаписанное правило. Никого к себе не звать, запомните. Это держите дальше. А причина какая? Причина простая. Люди видят нас там такими, а когда придут, увидят карикатуру на христиан. Зачем их разочаровывать? Вот батюшка сказал слово «одна семья». Ну, это батюшке кажется одна семья, а другим. Когда судились мы с этим, до суда дело не дошло, в Потеряевке был один подполковник милиции, Дружинин Геннадий Петрович. Пакости делал ужасно. Писал и писал, везде строчил прокуратуру, милицию, мы кого-то ограбили, там особые шинели, это мы там готовим какую-то банду. Ну,
мерзости. Я пришел, тогда был Риперт. Николаевич, кажется, его звать. Прокурор Мамонтова. Он показывает целая пачка печатная. Я говорю, а почему мер не принимаете? Да он дурак просто. Пишет, еще попало. И несмотря на это, что такие люди у нас были, мы никаких ответных подобных, адекватных мер не принимали. Законом, путем уговаривали, приходили. И как-то Бог делал так. Прокуратура, это Октябрьского района, Широков был прокурор. И они тихо отменили то, что я подал, 129-я статья, часть 2, клевета. И меня не уведомили. Они обязаны были меня уведомить, что мое прошение там, что как шло исследование, следователь за следователем меняется, что-то там было такое. 40-й день. Инсульт, черная заноза, он сразу скопытился. Как будто никогда не было. И вот когда начинаешь оглядываться назад, какие были препятствия вот здесь? Сколько людей вмешивалось разрушить? Даже вот уходили, когда здесь Волков был, Шимко. Мы все сделаем для того, чтобы общину сняли регистрацию. Я говорю, этого даже президент не может сделать, вопреки закону. Оснований нету. У нас блестящие просто характеристики с отдела юстиции, с университета, с работы и прочее. Господь нам позволил сделать совершенно невозможное. Почему? Только Он. Вы понимаете, люди, которые против нас, я могу назвать даже фамилии, есть они между собой кучкуются тоже. Но главный удар против меня. Батюшка как там молчит, не видно, говорит, его нигде. Я не... Вот это не надо. А тот говорит, а как община? Они сразу... Община никому не создать. Даже враги самые лютые и говорят, не создать. Потому что разные люди, у каждого характер свой. Как обо мне писали в газетах здесь, Лапкин боролся с тем режимом. И совершенно он приготовился на всю жизнь идти, тренировался, прочее там. И вдруг режим рухнул, но он теперь все усилия на чистку общины. Но здесь ему не победить. Он приходил, здесь был Тепляков, подписывается Кочевников. Здесь не победить. Крепость в каждом. Ожесточившийся брат, неприступная крепость, Соломон это знал. Я ничего не могу сделать. Ну, что ему надо-то? Он не может. Вот она приняла крещение, у нас там Людмила, она была близко Николаю, вот, по Львуеву. И вдруг подходит и говорит, я ухожу. А почему? У вас посты соблюдают. Я не привыкла к этому. Я сходила, священника спросила, ну, да разрешит Господь, и все, то есть не надо. Вот помните, Тишков Иван был здесь у нас, с женой Татьяной. Угу. Вообще, во всех отношениях прекрасные люди. Батюшку встречают, здравствуй, здравствуй. Батюшка, а мы уходим. Как уходите? И крещение приняли, были здесь. Что по сегодняшний день? Батюшка не знает, он пришел в таком удивлении. Он полумертвый был. Он ходил, батюшка на дом, там, видимо, причащал его, да? Прекрасный человек. Просто и она такая замечательная. Она вот где-то в электросети это работает. Земотдел где был. Ухожу. Они уже решили. Маленькая кучка, два человека. А где они? Они где? Они растворились. Просто в миру. Дети как растут? Муравлева. Все неверующие. Ну, двое там у него, кажется, Глеб и Полина были. Ну, неверующие, я спрашивал. Мы встречались потом, он здесь в Вавилоне работал. Да, он пошел высоко. Переехал в Владивосток. Он там из-за рубежа, ему там машина, перепродажа, что было. Теперь в Таиланде вроде такой, там миллионером стал. Дети неверующие. Я верю, даже миллиардером будешь. Ну, какой выкуп за душу дашь? И вот мы знали теоретически, как сделать, практически никак. Вот на Никитина 147, квартира 1. Батюшка еще не сказал, что дом-то старый был, и фундамент, там место, ну, трясина буквально. Он стал уходить, и дом наклонялся. И когда люди соберутся, я выйду на улицу и смотрю, упадет или не упадет. Ну, там он широкий был за счет того, там бревна-то сплошняком шли. На втором этаже тоже 2 или 3 квартиры было. Какая боязнь была. И молились. И потом дали мы, ну, пришли к власти, нам надо строиться. Они дали Смирнова 3, я даже не узнал где. Говорят, за городом где-то там, Смирнова улица, за Космонавтом где-то там. И ничего не знали никакого. У меня суд идет и идет. Это, мы уже 6 лет мыкаемся, 6 лет мы по квартирам ходим. Но люди прибывают, помню, раздеваться надо, приходит. Один человек специально, у нас раздевалка на столе была, одежа на одежу до потолка. А потом чуть тепло, дверь тогда уже раскрывали, и там
на площадке стояли где-то. Явное дело, что при всех этих наших запретительных мерах люди приходили. И это все знают. А Господь так сделал. Мое дело вы решили. Не могу найти в Москве этот... Вот брат Севастьян мог бы, может быть, по своей линии найти в Президиуме Верховного Совета СССР. Не найти. А Мелина, подписи вот такое. А она уже здесь решили. Верховный суд мне отказал. Все правильно, что у меня забрали, конфисковали. А она говорит, неправильно. И здесь пошло. Здесь председатель или как... Управляющий, я делал инвестиции, какое название выше это, процентка? Начальник управления. Начальник управления. И он Новосибирск, потом генерал-лейтенант, это большое звание. И вдруг он ставит свое резюме. Все без закона против Лапкина делали. И в это время первый секретарь центрального района, Ремнева Надежда Степановна, она уже в краевой администрации работала, и она пишет. Пересмотреть все, какие жалобы, что за беззаконие. Это для слова Божия нет уст, там все это помещено. Я ее отблагодарил, книги подарил, сходил к ней. Она очень довольна. Подталкивала меня к какому-то. А почему вы не защищаетесь? Я говорю, да вроде не нападают. Ну книги-то вам кандидатскую. И зачем мне? Я говорю, меня один раз пригласили преподать бизнесмена. Мне сразу прислали профессора с накрутками какими-то еще. Заплатили. Чуть ли не Нобелевским лауреатом назвали. Пустое. Помещение много значило. Вот 20 лет мы здесь, 6 лет мы там мыкались. Где мы были, там непорядки. Вот где молились, вот там, внизу там бизнесмены, рядом с нами были-то. Как только начинает этот предприниматель подниматься на ноги, под ногами обязательно путается какая-то Зоя или Ева. Там их два брата, один Игорь, и она приезжала по Теряевку, мать их. И все, пошло на косяк. Кончилось дурдомом. Психиатрии. Слушай, это не просто так. У Брояка, где были, тоже. Ну, он подсоненок-то был, воровал тут и тоже все это разрушено, где мы знали. Нас Бог благословил, очевидно, для всех. И вдруг вот это решение. Тут главную роль сыграли прокурор края был Пороскун Юрий Федорович и мэр города Баварин Владимир Николаевич. А теперь вот вице-мэр. Теперь это даже не знаю, Петров, вице-мэр вроде бы тут. Нет, ушел уже? Ушел. Юрий Михайлович. Это он был как глава железнодорожного райисполкома. С ними судились и с этим. А Мелина там переделать. И все переделали. Я вот процесс через 11 лет выиграл. Это здание. Это все чудесно. И приехал мэр города сюда. И даже теперь больной в инсульте был уже Овчинников. Владимир Петрович, советник Баварина, вот здесь сидел в прошлый раз-то, когда 20-летием, понимаете. Это он провел меня к Баварину. Он ему рассказал, я думаю, он и написал. Вот это от Баварина бумага-то висит на стене у нас. Он мало знает, поэтому от него. Все дело было в Евангелии. Наша община чем необычна? Во-первых, вот когда мы с этим, с генпедом, там суд начинался-то, Дружинин-то. В это время мне предлагают, в Октябрьском районе следователи дают, женщину. Чтобы она пришла на месте и расследовала. Я говорю, а у вас какое образование? Ну, милицейское, там что-то. И я, говорит, заканчивал психологический, психологию. Она психолог. А можно я с ребенком приду к вам? Можно. И она сидела, вот где батюшка сидит. А можно с кем побеседовать? Я говорю, можно, выбирайте, кто понравится. И вот она была здесь, кажется, завтра был у нас. Вот. Она выходит и собирается идти. Кто же, кажется, спросила, только ребенка моего в лагерь возьмете? В свой лагерь. Я говорю, а почему не беседовать? А с кем беседовать? Одна большая семья дружная. Она психолог. Один раз побыла. Но у нее все материалы о нас были. Вот мы не хотим это, а все-таки город на вершине горы видно. И дело это... Он против меня воевал. А домик его в это время он умер-то. Жена приехала, продать не может. На меня сунули, я рыбачил в это время пришла. Я его купил, теперь батюшка Игорь вот, обложили его кирпичом. И мы там стали молиться, когда батюшки нет. Здесь освод был, спасение на водах. Они мне предложили два варианта. А второй, магазин сгорел напротив тюрьмы. А этот прямо напротив краевого суда, где меня судили. Я еще подумал, суд это неопределенно, а тюрьма крышка. А идти-то туда дальше, да здесь. А здесь какое надо, говорю, чтобы было сухое место и близко бабушкам ходить. Все сделал Господь. Я на дома эти смотрю, выхожу, тут какой ремонт делали. Тут как бы Николай Польгуев это вот не было. Все сестры тут подвал сделали, там подвал тут... 12 мест есть, еще тут будут. Сейчас мало кто. Алексей тут. А тогда все было заполнено картошкой. Это Бог сделал.
мы прожили это время как община с потерями. Потери, я сказал, главная моя вина, что никого нельзя приглашать. Разрешение только надо узнавать и прочее. И считаю, что это правильно. Не надо заманывать. И когда Дворкин на меня стал говорить, Новокузнецкий, а Михаил Каймаев сидел там, Лапкин там, он, видимо, побудил его на этот вопрос отвечать. Он говорит, а вы встречались? Нет. Да это неправда. Как неправда? Ну, уже тоталитарная секта, а у нас с краевого отдела это юстиции, это краевой-то, и там написано, такие-то, такие-то, и относить к тоталитарным сектам, там это противозаконно и прочее. Маковеев, он полковник тут приходил у нас был. Ну вот когда вот, смотришь назад, оборачиваешься сейчас, можно было как-то спланировать, чтобы вот такие люди нам помогали, директора заводов, мэр города, и губернатор подписал подпись об основании Потеряевки, Суриков, его подпись, он для нас крестный отец. Это невозможно сочленить, вот все одно к одному. Поднимались люди, уходили. В другой раз вины никакой не говорят. А бывало, и мы потеряли сразу несколько человек за то, что, ну, Шумков, скажу, увидели на фотографии, сидит лавр, митрополит с этим патриархом Алексеем II. Как они тут зашумели, да это что? А мы никогда не отрицали благодать с московской патриархии. У нас стоял вопрос, кому присоединиться? Когда сейчас пойдет-то? Вот в Омске мы его признаем, архиепископ Тихон, пасечник, фамилия. Агафангел, Одесский, у него по всему миру сейчас есть эти общины-то, Пашковский. Но у них непереходимый для нас пункт первый. Признать безблагодатность Московской патриархии. А вы знаете, что за этим стоит-то? Не то, что я там выгадывал. Если она безблагодатна, я спрашиваю вопрос, с какого времени? Один нашелся, тут у нас был иеромонах. Он сказал, с 27-го года. Ты дату не будешь менять? Нет. Понятно. А это, я его все вызнал, когда... Ну, все понятно. Батюшка, это после 27-го руку положено. Значит, он никто для нас. Так, мошенник в рясе. А ты здесь и крещение-то принимал, будучи иеромонахом. Давай дальше. Ты дальше договаривай. И ты увидишь, что копье-то направлено против тебя. Теперь зашевелись маленько. Чего они хотели? Чтобы мы признали безблагодатность, а дальше мы бы сейчас свободно были. Я пошел в отдел юстиции, я говорю, такая перерегистрация сейчас идет, и, ну вот, у нас епископ это убирает, и тихий-то, а теперь он московский, а потом через 5 лет он уйдет на покой. Надо перерегистрацию? Мне ответили, не надо. Я правильно говорю? Сказали, все как есть, никуда же мы не ушли. Мы ничего не меняли, самое главное это. Вот когда говорят... Мне задают вопрос, вот как вы духовно росли? Я говорю, в каком плане? Ну вот в понимании всего. Я, знаете, мне казалось, вот я сегодня обратился 27 сентября, вот 50-летие отмечали, когда. И мне Бог вложил, вот так поднял, растек мне грудь мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстие водвинул. У меня ничего не меняется, да это плохо. Я углубляется. Я понимал, беда, это люди не понимают русский язык. Я вот это я говорил. А потом я увидел, а почему русский язык? Не, потому что они сделали тайное не Слово Божие расшифровать, а богослужение. Я это дошел лет через 10. Но я понял, и это еще не все. И тогда мне уже открыто было больше. И все, во всем монашество. Это они закрылись, и чтобы такие были. Я сжег паспорт, сжигайте вы. У нас знакомый был Назарий здесь, кажется, в Тальменке или где. Вот это боец настоящий. Я говорю, а мученики с вашей стороны? Были мученики? Вы видели? Был. Говорит, моя жена на всю жизнь со мной мучается. Его сажают. Он сидит. Он не признает паспортов, ничего. И выходит домой, пришел, переспал. У него дети. Как он выходил из тюрьмы, у него дети. Он приходит, дети подрастают. Он выходит, а где у вас молодежь собирается? Да вот Гужовка тут там танцует. А он приходит, а кто у вас комсорг здесь? Он все, и вот уже арестовали, он опять в посылку. Он не расспрашивал больше, комсомолец, бей его. Вот это «Бей жидов, спасай Россию» – это русская проклятая наработка. И мы у него были, зятья приехали. Он ночью все их, у них обувь нельзя дырявую носить, он сжег всю эту обувь у них. И паспорта сжег, они стали все беспашпортные. Мы у него были, я где-то запись даже его, Володя Пенкин меня туда возил. Поэтому, глядя на это, вот я скажу, смотрите, вот книги эти, как бы не община, не издать, не издать. Понимаете, сколько, вот сидит Алексей Загуляев,
Без него у меня ни одной бы этой бланка не было. Как меня начинали учить, это все его, Саша Загуляев. Потом тут главную-то роль уже дальше играет Виктор. Сколько программистов-то здесь-то? Это в общине. Вот это вот все надо было напечатать, посчитайте. Каждая книга, каждая, 750 страниц, 752. Кое-что переиздано. Это я посчитал, если на сегодняшние деньги, держите за скамейку, чтобы не упасть. Около 50 миллионов на сегодняшний день. С пересдачей что? Это вообще невозможно. И откуда что приходило совершенно? Одна бабушка против меня воевала, даже как будто бы выступала, я слышал где-то. А умерла, деньги принесли, говорит, она благословила вам. Вторая умирает, опять приходит определить. Я говорю, вы сказали, что я книги издаю? Ну да, ну, совершенно незнакомые люди. Повторяю, мне помогали все. Вот, говорят, евреи, евреи помогали, притом банкиры, безвозвратно. Мусульмане, участники, старообрядцы, кого бы только не было, с кем-то встретишься. Вот представьте, я нахожусь в Лос-Анджелесе, Америка. И мы каждое утро гуляем, живем на квартире у Никиты Феоктистовича Орлова, а у него на квартире и архиепископ Антоний Синкевич. И мы с ним гуляем, он у них болел, а мы каждый день гуляем. Я возвращаюсь однажды и говорю, архиепископ-то, да, я ему материалы к истинному православию, там в газетном материале были они, и он все одобрил. А он был, миссию возглавлял в Иерусалиме, такой грамотный, и он пошел в банк, говорит, подожди, пошел в банк и снял все деньги и отдал мне. Я когда им сказал, они говорят, да у него снегу не выпросишь зимой, зазомбировал его. Понимаете? Вот когда посмотришь, один, а куда бы я никуда, там ходатайство об общине. Сейчас в интернете. В интернете, конечно, охват намного больше. Сколько новых людей приходит, мы только через ваш интернет пришли Бога. Там духовным отцом называют. Это все работа общины. Себе я не могу. Я вот смотрю на дома, выйду, оно как с неба опущено. Ничего тут нет. Все молились, все искали. И Бог так дал. Все, ну, надо было прорезать где-то. С Украины, с Одессы приехал. Вы знаете, кто у нас был здесь? Олег с Татьяной. И как Господь, знаете, кто фамилия? Как его? Ой, ну столы, которые сделал. И столы вот это все он сделал. Ну, припомните. Ну, дело-то вот в чем. Что... Одному ничего не сделать. Даже картину вот купил, кто? Чуть ли не Волков. Надписи делает кто? У Нагаева Ольга. Повернись вокруг, это кто делает? Надежда Ивановна Фольгуева. Вот эти все надписи. Ну, в любой угол поверни только что-то, и все интересно, и все от кого-то, и все когда вместе. Как надо это ценить? По-божественному спасаться легко. Занятия идут какие-то есть с детьми. Занятия. Занятия у нас идут... Сергей Павлович ведет три раза в неделю, три раза, пятницу, среду и воскресенье в 6 вечера по скайпу занятия по Слову Божию. То есть это ничего, никаким образом одному не... Никак. Никак даже думать об этом не надо. И поэтому создание общей настолько важное дело, что о нем патриарх Кирилл говорит неоднократно. И сделали? Не сделали. Ну вы знаете, когда сказал, обязательно, чтобы была у вас тут проповедь, миссионеры приезжали, один священник только, Романовского района, или где, куда вы ездили-то, позвонил, и наши уехали братья и сестры, и на этом все заглохло. Вы куда, кто ездил тогда, когда миссия тут? Дубунов, Игорь Дубунов ездил. Дубунов, ты где? Вот, Сергей. У него там дома авария. Ну вот какое дело, я опять говорю об общине, но в общине у нас непорядок, очень редко, когда правильно. Юноши приходят на ум, плохо одному, надо общее иметь, найти невесту. Вот были такие, как раз Волков и Шимко нашли. А когда сегодня разброд такой идет, не, один туда, другой сюда, то что бывает? Вот двое вместе, смотри, дети здесь, муха здесь, Саша маленькая. Там ходит, но все равно православный. Он привозит утром, оставляет здесь, загуляет Саша. А у которых по одному, вот посмотрите, что у Тани Духа. Он их всех детей скинул. Сколько? Ни одного ребенка нету. Выладил, а каждый день отец делает свою работу. Вода точит камень. И нету. Поэтому очень нам желательно, чтобы
Общины за счет этого, чуть не бывало, наших сестер приезжают, высматривают, раз нынче, вырвали одну, она уже в Томске. И при том, как, я не хочу сравнивать с этим, но как ястреб выбирает лучшую голубку. Не просто он берет какая-то там ненужная. И поэтому тут ничего нельзя сделать, просто мы доверяемся Богу. Они верующие, она никуда не ушла. Надо же понимать. И которые сестры умерли, они никуда не ушли. Они в Царстве Небесном. Это наши ходатаи. Поэтому, как вот, ну я староста в этой общине, староста, что я смотрю за зданием и сам ничего не сделаю. И уголь привозят, покупают, грузят. Я это не делаю. Я так со стороны это смотрю. Сдумали крышу перекрыть, батюшка за это взялся. Все участвуют в этом. И Богу слава за всех. Аминь. Тамара говорит, уходит. У кого еще слово есть? Кто желает сказать? Да, Надя? Нет, я только скажу объявление. Вот мне сестра спрашивает, чтобы завтра снимаем гипс и делаем снимок и дуплекс. Да. С Костей, в смысле. Смотрите, чтобы там все было хорошо. Терпимо. Он чувствует только то, что говорит, я уже не могу снять бы этот валенок. У него одни чувства, он уже все, у него прям вот он весь стесался уже. Уже еще гипс не сняли, что ли? Нет, завтра же говорит. У него лангеты или круговую? Да, а, ну, там уже все, и чешется, и дубится, да, и да, все да, уже. И он уже крошится весь, по всей квартире. Скажи, что мы молимся, идем и ночью. Христос. Линейка пусть чешет. Все молятся. Уже ножом и линейкой. Я хочу сказать, братья и сестры, если можно. Можно. Община на моих глазах организовывалась. Алевтина была, но она ушла. Вот сегодня мы только вдвоем с ней присутствовали, когда Надежда Васильевна, Игнат Тихонович. Но вот это все, кто... Надежда Андреевна. Да, нет, я имею в виду с тех, кто... Сегодня. С тех, кто был, сегодня присутствовали на богослужении. За это время очень много ушло из общины. Я хочу сказать, что община создавалась на понимании Слова Божия и на страхе Господне. И когда это терялось, когда любовь к Слову Божию терялась, тогда люди и уходили. Уходили, потому что сатана, который 24 часа в сутки не дремлет, он там ищет даже малую пробоину в нашей душе. Чуть не пободрствовали, как нас всегда призывают бодрствовать Игнат Тихонович и батюшка наш, наши наставники. Чуть не пободрствовал, и все. И уже в эту брешь вошел. И мысль о том, что плоская земля или еще какая-то другая мысль вошла. Охлаждение этой первой любви. И все. И пошел, и поплыл. Когда народ пребывал, все время казалось, у меня была такая мысль, думаю, как же он терпит это? Вот. Все мы такие сплоченные, мы дружные, мы так вот молимся усердно. Просто негде встать уже вплотную, там детей держали на руках, потому что поставить негде даже. Я своих детей всегда держал на руках, они вот то рядом со мной, то на кровати там они. Думаю, как же он терпит это? Не может быть такого. И первый пошел Муравлев, и же с ним. И поехало, и пошло. То есть бодрствовать нужно над своей душой каждый день. И не только каждый день, а каждую минуту. И дорожить тем, что мы имеем. И для тех, кто, большая часть уже из тех, кто помышления какие-то имеет, или какие-то сомнения, или что-то закралось в их душе, или в сознании где-то там, они должны понять, что те люди, которые ушли, они гораздо раньше ушли. А вы до сих пор здесь присутствующие, что же вы раньше-то не ушли? Все остается прежним, как Игнат Тихонович говорит.
та же молитва, тот же круг богослужений, то же общение, те же занятия, те же трапезы, те же песнопения. Все то же. Ничего другого нету. Если что-то улучшается, только улучшается в отношении... Игнат Тихонович, больше всего камней и косяков. Да только слепой не видит, что он постоянно развивается, что он растет. Несмотря на то, что мы даже миллионной долей того не можем сказать о себе, что он собой является. А мы, если не бодрствуем своей душою, то не просто плывем, стоим на месте, а даже назад уносит нас течение. Давайте будем беречь то, что имеем, чтобы потом не плакать о том, что потеряли. Ну, давайте заканчивать. А можно я еще? Да. Ну, я немножко в позитивных таких тонах хочу вспомнить немножко из истории. Я пришла, когда община уже была. И молились не по квартирам, молились здесь. То есть я пришла на готовенькое. Но что вот мне запомнилось, у нас община-то от слова «общее», что-то общее. Вот, и у нас были общие дела. У нас воскресенье было не такое, как сейчас. Расписание совсем было другое. Служба, да, собрание, да. Потом мы расходились, но встречались под мостами для того, чтобы пойти в лес гулять. Зима, осень, весна, мы ходили. Вот в то время, когда Игнат Тихонович был в Барнауле. Ходили молодые, ходили не молодые, ходили многие. Все бабушки ходили. Может быть, не все могли прийти, но ходили многие. Эти прогулки были очень интересные, очень занятные. Мы там играли, вели духовные беседы, братья знакомились с сестрами. Плюс ходили, еще тут помню, газеты мы разбирали. Спрашивали, помните, да, кто может остаться разбирать газеты, кто мог оставался, руки черные после газет. Было какое-то общее дело. Но что у нас на данный момент? На данный момент у нас служба, собрание. Дальше каждый во свояси уходит, да. Кому нужно куда, я понимаю, есть уважительные причины, там муж болящий требует ухода, там дети или еще что-то. Но если у вас нету таких причин, но вы оставайтесь для этого общения на занятиях. Ведь у нас были еще занятия два раза в неделю. Да. Не здесь были, а мы ехали после работы. Кто после учебы там, я думаю, уставшие шли. Конечно. Стремились, а пока были занятия у нас в университете, сейчас их нету. У нас остается вот занятия здесь офлайн и онлайн Сергей Павлович ведет три раза в неделю. Вот он меня набирает, например, я еду за рулем, слышу звонок в скайп. Ну, какое, Сергей Павлович, занятие мне? Я за рулем, мне бы не проворонить, дорога скользкая. Понимаете? Поэтому я могу остаться только здесь. Если у вас есть возможность онлайн занять, если нет, оставайтесь здесь. Здесь мы не просто же занятия ведем, мы побеседуем здесь. Вопросы какие возникают духовные, порой житейские. Сидим тут вместе, разрешаем с духовной точки зрения, не просто мне соседка сказала, но я тогда ей отомщу, я ей тогда насыплю перед воротами. Понимаете? Ну, общее дело, оно должно оставаться, то дело, которое бы нас объединяло. Так что, песнопение у нас, занятия, оставайтесь. Молодец, Галяш. Да. Игнат Тихонович, вот на этой неделе вы выложили... Интересную такую беседу по скайпу, вы выложили беседу по скайпу. И в конце я так все ждала, думала, когда он выйдет, этот мужчина, я не знаю, Леонид или как его звали, белый, седой, с Америки. И я думала, вы какой-то дадите комментарий или внизу под видео, но я так и не дождалась. Тот, который говорил протезов, часы убрать, очки убрать, очки не носить, книги в подвал, ролики перестать. Вот это вот что. И вас называл... Он последует, уже готовый. Лежит. Факелом веры вас называл, то есть он вас очень хвалил. Ну какие-то странные комментарии. Кто он такой? И имя не представился. Интересно, что это за человек? Вы с ним давно знакомы? Давно знакомы. Он из пятидесятников в третьем поколении. То есть этот... В Сенки к вам попасть надо. В Сенки попасть? А зачем? Зачем?
вот пользоваться вашим электричеством. Он на меня выходит и говорит, послушайте внимательно, вот говорит мне, я сплю, и во сне вижу как бы в тумане так что-то, и голос говорит, найди Игнатия Лаптева, он никогда не слышал, не знает ничего, он это принимает, пятидесятники у них на откровение строятся. От Бога. От Бога, и поэтому, что бы ни было, и он не виновен, это Бог ему открыл, а дальше разберись, от Бога или не от Бога. Ну и ничего не было, 50-х. И вдруг он сразу же почти выписывает у меня книги. А жена у него на Украине, а он в Америке там поехал то ли зарабатывать, за каким-то миллионером ухаживать. Я потом только узнал. Ну я выслал, все, он тут же рассчитался, прислал деньги, $200, и получил он книги. А там украинцы заблокировали, не дай, дайте нам $70 за получение книги. Хотя все оплачено. Ну, я говорю, не платим. Что делать? Я говорю, не соберите это деньги, заплатим. Но там что-то, видимо, кто-то тронул, а мы стали молиться, и они тогда даром отдали. Молитва пробила все. А теперь он второй раз сам выходит, его не было. И вот ему-то за это время были откровения, о которых он говорит. А я сижу и записываю. И все мне говорят, как хватило у вас терпения, думаю, записывать. Так, ладно, вот. А мы потом отдельно смотрим с батюшкой, и я с комментариями даю. И мне не надо там ничего делать. Мне нужно узнать, чем это кончится. Ты не думаешь, что нечего было ответить-то по каждому пункту. Но что он говорил, я вам в конце говорю, а если 10% из этого я только десятину могу принять-то, да. Давайте лучше, я не принимаю, он все ролики уничтожит, проповедовать не толковать, только Евангелие считать и все. То есть узко-узко вот так вот взять, я не возражаю. Я говорю, об этом буду молиться. Я молюсь. Молюсь о чем? Чтобы Бог поставил в каждом месте на свое место где-то. А тут батюшка пришел в одном ролике, там про голубей, а потом как бы отхвалился. Я не хочу, чтобы сразу он про это просчитал. Потому что это может его смутить, оттолкнуть. И я больше ничего не говорю, ни согласия, ничего. Ну, сказал только одну женщину, а другие, чтобы трусов не носили. Вот так. На обуви, чтобы каблуков не было. Электричество грех. Чтобы... Ну, вообразите, электричества нету. Нету в комнате у тебя. Тебя не сварить, холодильники все выбросить. Кто выбросить? Часы, все это выкинуть. То есть у него целая программа. А крестится, крестится и наоборот. И я понял как. Я отношу его к новоизмышленным католическим монастырям. У него, ну что он говорит, допустим, вот там не пить, воду там подкрашенную нарзаны не пить, а ту, что Бог дал. Теперь плевать в раковину, сливать нельзя, потому что вода святая. Вот одевать я так и не понял пока. Но я все выслушаю. Мне неприлично встревать. Вот у нас есть такой, кто-то сидит и прям на каждом шагу. Я сижу, ведут занятия, я никогда не вылажу. Сергей Павлович обращается ко мне. Игнат Тихонович, ну скажите как-то, да-да. Ну вот я не вылажу. Мне зачем вылазить-то? Вы все знаете. Ну когда уже вызывают, ну у меня нет... намерение ломаться тут, я там встану и скажу, и спорить не буду, я сказал, ты не принял, вот теперь я не отвечаю за это. А вот вы сказали, я не так понял, вот я отвечаю за то, что сказал, а не за то, как ты понял, вот тебе запомни эту фразу, дальше не надо идти. И у нас сложились такие хорошие отношения с ведущим по скайпу, вот Пупковым Сергеем Павловичем, и кто идут, я нигде ни разу не выскочил, но вижу, что он говорит не то. Но тут стали спорить, Вавилон, какой город, я доказал, 10 пунктов, Москва. Под эти пункты не подпишется никто, ни один город. На семи холмах только два города еще в мире есть, это Оман и Вашингтон. А дальше ничего не сходится. Не сходится. Из претензии на Третий Рим только Москва 500 лет муссирует эту тему. Мы. Зачем вы не отнимаете это право? И она будет сожжена. И сожжена, и даже праха не останется. Ну, у нас были татуры там. Ильин зашел, стал спорить. Я сказал ничего. А возражать он ничего не может. Говорил это Вашингтон, а потом это Лондон, в следующий день уже сменился. У меня нет перемены никакой. Никакой, потому что, чтобы поверить во что это, я молюсь и смотрю, как святые отцы понимали. Я никого не отрицаю. И нападки, которые на меня, они не думают. Епископ Евтихий Курочкин, у нас был 13 лет. И когда сидели в епархии, тут что-то стали говорить. Он говорит, вам, Игнатия, вне православия никогда не завинить. Он супер православный. 13 лет у нас был, он мог бы что-то заметить. А Бог как сделал-то? Непонятно как. Один тут писатель пишет. Как братья Лапкины сумели так перевернуть епископа
что сам стал переводы делать-то. А за это нас давил, писали. Но мы выдержали, сказал, 3 года, чтобы о русском языке разговора не было. Аминь. И мы замолкли и делали, как хотели. А через 3 года мы опять вышли 23 мая и сказали, 3 года, владыка, кончились, все, эпитемии снимайте. Мы просили только библейское. А если библейское поется, поется по церковно-славянскому, мы самый щадящий способ выбрали. А когда псалмы все читают, чуть не полслужбы уже на русском языке. Ну, мы не... Ника, а вам-то играй палец по локоть отхватите. Мы нигде не пошли на это. Они мерили мерками мира, у нас другое. Мы на первое место ставили смирение. Больше всего нас в этом упрекают, у вас смирения нет. Я смиряюсь перед Библией, смиряюсь перед святыми отцами, перед канонами. И, ну, если не сходится с Библией, приоритет, конечно, Библии отдается. Поэтому, ну, как вы не хотите, но вот я в Потеряевке говорил, 27 сентября, когда было мое обращение, от меня ниточки ко всем из вас идут. Ко всем. Хотите вы или не хотите. Кто-то брал книгу, кто-то ходил на занятия, кто-то что-то. А у вас был такой учитель, чтобы вот наставник не было? Вот это плохо. Я говорю, это хорошо, меня никто не корежил, как вас в семинарии. Я прошу у Бога. На простой ответ я не могу дать вопрос, не могу дать ответ. Я молюсь и жду ответа. И как? Голос слышите? Вчера один спрашивает. Не слышу. У меня как будто, как бы, я не вижу, но как бы высвечивается место Писания, которое Бог дал мне знать. А, у него феноменальная память, там, я ничего этого не знаю. Я беру этот стих тогда и иду к святым отцам и говорю, а как понять отцы это? Вот как иду. А если человек спрашивает, я ему говорю, даю стих, ответ, а теперь пойди, где ты причащаешься к духовнику, и с ним молитесь, что Бог тебе через него дал волю. Расшифровал все. Я ничего нигде не даю. Не даю. Учения моего никакого нет. Какое? Лапковщина там, ну, придумывают что-то. Нету, имеете? Вот эти книги вот лежат перед вами. 3 специальных стендовских отдела. Слушайте внимательно. Кемеровская, Новокузнецкая, Тульская епархии получили, видимо, задание. И они это затребовали, книги там у них, и стендовские отделы. Хулят ужасно. А ни одной строчки не пишут. Теперь в Одессу, монастырь. Это очень известный монастырь, старейший там. Никак. Мне оттуда сообщают, там профессора подключили. И отсылают все теперь Киево-Печерская лавра. Вот это вот. Ну, это день-два, но 15 лет. Ни звука. Я говорю, а почему? Они, говорят, если бы решили против говорить, должны были сказать, я безбожник, и поэтому могу смело говорить против Лапкина. Он только одну Библию знает. У моей сестры, она у старобрядцев. Там одна подошла, говорит, я его книги не люблю. Почему? А он на Библию ссылается, я Библию не люблю, терпеть не могу. Вот, теперь стало все на место. Какая моя вина, что Бог открыл чудо, людям дал знать волю Его святую. Намерение Его против сатаны, намерение за нас где? Но памяти нет, не блуди, я отвечаю. Памяти нет, безблудились. А не будете блудить, будете верны мужьям, сохранять девственность, у вас памяти больше будет. Я знаю, где память теряется, кто прогрызает ее. Блудник скудоумен. Вот и весь сказ. И тогда Бог откроет это сокровище. Вот только вчера отправили, вот за 2 приема полностью ушли. Книг нет, сейчас пишут, оставьте для меня экземпляр. Книги кончаются, особенно вот это вот. Сколько раз нынче отправили? Это больше 10 раз. Mm-hmm. 3-томник и к истинному православию. Остальное денег нет. Интересно, одна женщина со мной разговаривала на днях. Я бы хотела все, но денег нету. Вот она сказала, а ролик я выставил. И сразу же мне позвонили. Нет, откуда-то из Испании. Мы сейчас присылаем вам деньги для этой женщины. А они выписали полностью в Испании. Ирма звать. Она узнала, что такое. А живут в горах. Такая затрудненность у них. За интернет она все описала. Католики. А все православно приняли. Полностью все книги выписали. Заплатили евро. Прислали. И сейчас, вот мы здесь, теперь вы знаете, что? И она выносит. Вот вас не будет, вы понимаете, за этими книгами, и переводить их еще надо. И сегодня мне уже не один человек сказали по интернету, хотя бы на английский. Потом Бог поставит, на еврейский переведут. И она пишет, вот это все надо снять. Снять на диске, терабайт называется. Терабайт это сколько тысяч, сколько, Никита, там? 1000 гигабайт? Где? А? Терабайт, сколько? Терабайт, 1000 гигабайт. 24. А гигабайт, знаете, это 1000, наверное, мегабайт, да? Гигабайт.
гигабайт. Ну, гигабайт. Ну, то есть речь идет о миллионе. Посчитали сколько? Она говорит, я высылаю 1000 евро. 1000. По-нашему это где-то почти 50 тысяч обойдется. Все это снять, которое в интернете там у меня стоит, и переслать к ним на хранение, когда здесь гонение, чтобы они могли там выставить. Католики. То есть Бог открывает людям, что через это, вот это я бы ничего не издал, как бы не в общину. Конечно, на первом месте Господь. Совершенно незнакомые люди подходят и помогали. А потом уже закончилось, с Калининграда один, 100 тысяч. Я говорю, не нужно уже, а как же? Ни на что не надо. Я говорю, мы едем в поездку. Ну, возьмите на поездку. Незнакомые люди. Когда мы сломали Швеции и подсказали переплыть Волоком и в Калининград, а его нет там в Калининграде, он с Калининградский, Булкин. А он в Испании. Он оттуда нанимает эвакуатор, за нами приезжают в Литву, берут, все оплачено. И там, где нужно помочь, специально человека послал, который по магазинам везде метался найти нужную деталь. Какие люди. Никогда нас не видел. Квартира, ключ принесли. Я говорю, не пойдем мы туда. Мы около машины будем ночевать. Машину-то нам в отделе, где ремонтируют, заперли, а мы около нее раскинули и все. Как бы ни община, Николая бы не было здесь, Кручина, никуда не поехали. Ничего этого не было бы. Да кого у нас разве второй-то раз ездили? Опять Бог дал, где там, с этой, с Воронежской области или Краснодара? Краснодар. Ну, приехал, Марьясов. С Сергеем ездили, когда вы с Валерой на север где-то. Это вместе. Все вместе, когда мы. Когда близко принимают, оформить, купить. У меня денег-то нету. Но под проценты нигде не залез. Я сказал, смогу, рассчитаюсь. Нет, нет, не смог. Все только заулыбались. Хорошо, что наш труд пошел. Ни один не сказал, эх, я думал, ты вернешь. Ни один. Мы надеялись на Бога. Ну, я миллионер. Ну, конечно. Вот разговора даже нет. Вот я показываю. В среднем на сегодня на 50 миллионов раскидывать надо. 4 тома стихов у меня по 800 страниц. Я пошел узнать, отшатнулся и больше не пошел. За 2 миллиона закатило. 1000 экземпляров всего. 600 из них, вот полного комплекта, 600 только подарили в разные библиотеки по всему миру. И без общины ничего бы этого не было. Бог так создал. Поэтому сегодняшний день особый. Я думал, обед будет, ну, дома пообедаем. Так, не забывайте, 1 февраля, теперь 1 воскресенье февраля, начало работы сайта. Кто вы? У нас вся работа, университеты, все перешло туда. И это нынче более продуктивно, чем здесь, потому что охват, ну, у меня не очень так, ну, 12 тысяч подписчиков регулярных. И просмотров около 12 миллионов. Миллионов. И поэтому люди очень разные, новые и новые находят. Так что день сегодня дома поблагодарите, что Бог нас соединил кровью своей пречистую, омыл, призвал. Потом община уникальна тем, что все крещеные, полное погружение, ни одного нет ни крещеного, моченого, ни одного. Все полное погружение. Такой общины у православных тоже не найдется. Достойно есть около истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествия наплеменников, от внутренних расприй, от беззакония, которое в тайне, останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших тебя, обрати к истине, чтобы божественная любовь твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат тебе как должно, пусть покаятся в небрежении своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведны суды твои над Россией за то, что оставили тебя и слово твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, что сокрыли имя твое, Бога Иегова. Дух Святой да наставит нас не признавать никаких иных богов, вопия, Авва, Отче. Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух.
Аминь. Так, еще минутку. Необычность общины в чем? Почему так много благословений у нас? Это всем понятно, даже врагам. Что первое благословение, которое всегда напоминается, 12 бытие, это никогда не злословь семя Авраамова, евреев. Они революцию сделали, убили царя, они разрушили, они эти все Авраамовичи перекачали государство наше туда. Все знаем. Ни слова. Господи, благослови Твой народ, чтобы они обратились, познали Тебя как Мессию и как Бога истинного Святой Троицы, нераздельной, единосущной. Это первое. У нас нету юдофобов. Никто никаких анекдотов ничего не рассказывает. Никто не хулит. И второе, последнее благословение в Библии, это платить десятину. Мы с первого дня установили. У нас нет ни продажи, ни хождения с тарелкой, ничего нет, ни за крещение, нигде. Десятина святая. Богом установлено. И у нас православная церковь это введено. А говорят, это в Ветхом Завете. Нет. Это отношение наше к Богу. Я за то просто поясняю, что если ты работал с кем-то, ты с ним будешь, ты хозяин, допустим. Ну, нанял кого-то. Ты будешь, когда выполнил все, платить ему? Ну, конечно. Так скажи, в Ветхом Завете и люди нуждались, чтобы земля под ногами была и у нас. Воздух нужен был и нам. Как кормил... Тело твое в утробе матери там создал и здесь, жилы натянул. Все это, все Бог, тогда и сейчас. И Бог говорит, я твой участник в труде, дал желание, дал 10 пальцев. Твое и мое, так я прошу не 9, а только одну десятину, она моя. И почему говорится, вы обкрадываете меня? Не говорит Бог, что не жертвуешь, а обкрадываете, а оно нам не принадлежит, десятина-то, моя. Вы обкрадываете меня, если ты у меня вот это, я положил, и ты просто взял, а... своровал. А если просто взял, ну, взял да и взял. Он говорит, меня обкрадывайте, она мне принадлежит десятина, Богу. Я участвовал вам, давал воздух, землю, солнце, все мое. Без меня вы бы не зачались, не родились, не жили бы, еще непонятно. И в Новом Завете оно не упоминается нигде. А зачем упоминать, когда и так понятно? В Новом Завете не написано, что нельзя жениться на своей матери, на сестре. Вообще нету этого. Это в Ветхом Завете только. Почему? Да это и так понятно, не сама ли природа учит вас? Вот у нас что, девочки, самые маленькие, с поводником надеты волосы. Это единственно правильное. Не как у старообрядцев незамужняя. То есть я хочу. Не заметь, я не замужем, поэтому заберите меня. У нас все одеты. Почему? Женский пол. Женщина. И Бог женщину и ребенка одинаково. Говорит, накормил сколько? 7 тысяч, не считая женщин и детей. То есть все идет в одно. Несовершенное, несовершенное. Вместе соединенное. Только мужчина в счет идет от и до возраста. Самый маленький ребенок – женщина. Там речь идет о муже и о жене. Вот это у нас введено. И поэтому наша община, даже внешняя, отличается от всех, какие только делают. Ну а главное, вот я сказал о чем. Мы в благословении плывем. Первое – не трожь еврея, только благословляй и не проклинай. И второе – плати десятину Богу. Богу слава. Аминь. Аминь. Занятие объявил? Занятие. Занятия, оставайтесь на занятия все. Пообедайте сразу на занятия. А что воду не разбираете? Сейчас разберем.